Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом Swayze. Теперь взаимодействие с пользовательским брендом становится приключением. Swayze – это социальная игровая платформа, основанная на блокчейне, где пользователи получают вознаграждение за участие в брендах. А на самом деле очень интересная концепция. Это новый уровень маркетинга, такой симбиоз маркетинга и блокчейна в интересном, новом, очень свежем контексте, где пользователи вовлекаются в маркетинг, даже скорее не пользователи, а именно потребители, покупатели какого-либо бренда, их поклонники. Поклонники этого бренда вовлекаются в маркетинг совершенно легким и простым способом, за что имеют вознаграждение в криптовалюте. Интересный проект, на мой взгляд, он имеет перспективы, так как на рынке он легко найдет свое место, учитывая большое количество брендов, большое количество людей, которым нравятся определенные только бренды, и они готовы участвовать в самых различных маркетинговых акциях и программах этого бренда. Это действительно интересно, и большое, я думаю, применение этот проект найдет среди молодежи, которые увлекаются, которые привержены какому-то определенному молодежному бренду, течению. Это будет интересно и будет поводом и возможностью дополнительного дохода. Пожалуйста, знакомьтесь с белой картой с дорожной картой, с белой книгой этого проекта. Ссылки на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. С помощью этих ссылок вы сможете более глубоко и подробно познакомиться с проектом и принять для себя решение о инвестировании в него. Почему на платформе используется блокчейн? Блокчейн используется на платформе Swayze для прозрачности, безопасности, а также для микроплатежей. Инновационная децентрализованная экосистема на уровне сообществ, интеграция сторонних сервисов и продуктов. Это то, что входит, вот те ключевые моменты, которые входят, из чего состоит платформа Swayze, на основе чего будут предлагаться те или иные сервисы и услуги. Интеграция сторонних сервисов и продуктов, безусловно, очень интересная и востребованная, нужная, просто необходимая возможность на сервисы подобного уровня, так как он сможет взаимодействовать с совершенно разными другими сервисами и брендами, бизнесами, и таким образом получая прибыль, а также принося новых клиентов, возвращая старых клиентов на тот иной бизнес, таким образом все эти клиенты будут иметь возможность зарабатывать при помощи платформы Swayze. Таким образом, все заинтересованные стороны будут иметь профит от участия в платформе Swayze. Бизнес-модель себя представляет три также фундаментальных положения. Это комиссионные за транзакции и обмен в Swayze Swap, Swayze Marketplace, плата за партнерство с брендом. То есть это те источники, от которых будут поступать непосредственно из которых будет получать прибыль непосредственно платформа. Все эти операции возможно при осуществлении этих операций возможно при помощи токенов Swayze. Таким образом, какие выгоды получают пользователи? Пользователи получают награду в номинальных монетах и призах, самооценка, подтверждение, удовольствие, поощрение, увлекательного образа жизни. Это действительно да. Компании. Компании – уникальный рекламный и медиаканал, высокий уровень продолжительного взаимодействия с пользователем. Пользователи формируют привычку использовать продукты бренда. Безусловно, это очень, да, я думаю, что это начало маркетинга будущего, где компании не просто нам рекламируют при помощи каких-то визуальных эффектов, таких как, например, там реклама, телерадио или баннерная реклама, а взаимодействуют с клиентами на уровне прямого взаимодействия, участия в каких-то процессах,
в которых и клиенты, и сам бизнес, сам бренд очень активны, и они взаимодействуют друг с другом, таким образом приобретая новых клиентов или усиливая приверженность уже существующих. На мой взгляд, проект имеет большой потенциал. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл этого проекта, проекта Space. Всего будет эмитировано 2 миллиарда 700 миллионов токена. Цена одного токена 2 цента доллара США. Название токена SWA. Пожалуйста, следите за новостями о токен сейле этого проекта. Обращайтесь к команде по средствам. Общайтесь с командой посредством коммуникационных интернет-ресурсов, ссылки на которые есть в описании видео. Знакомьтесь с белой картой этого проекта и присоединяйтесь к нему. Спасибо за просмотр. Если мое видео было вам полезным и понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.